Сегодня у нас подведение итогов года. И почетный гость наша замечательная Алия Мустафина. Здравствуйте, Алия. Как для вас сложился 2019 год? Он сложился хорошо, особенно первое начало года, когда мне удалось выступить на двух этапах Кубка мира, один из них выиграть. Ну и, в принципе, все остальное время тоже было хорошо, очень много всяких проблем, задач, все это решилось, и надеюсь, что в 2020 году их уже не будет. Что планировали сделать за 2019 год? Все получилось, все поставленные цели сделали? Самое главное, что сбылось желание. Все остальное уже не так важно. Я особо цели не ставлю никогда, поэтому, не знаю, исполнились мои цели, но желание исполнилось. Как загадать желание, чтобы оно исполнилось? Нужно очень-очень искренне этого хотеть, и тогда оно обязательно исполнится. Но и оно не должно быть какое-то заоблачное. О чем мечтаете в 2020 году? Я мечтаю о том, чтобы следующий год прошел лучше, чем этот. Не знаю, правда, в чем, но хочется, чтобы он был лучше. И, наверное, чтобы в первую очередь у меня, у дочки все было хорошо со здоровьем. И просто, чтобы было очень много всяких разных счастливых моментов. Как планируете встречать 2020 год? Дома, с семьей. Для меня это такой самый семейный праздник, и я считаю, что его нужно встречать с семьей. Елку уже нарядили? Да, нарядили совсем недавно. Искусственная, живая? Искусственная. Что бы вы пожелали сборной команде России в 2020 году? Я бы им пожелала сил, терпения, стойкости ко всем проблемам и много-много удачи. Как думаете, справится сборная России? Но если не справится, то это не сборная России. Справится, конечно. А что бы вы пожелали спортсменам училища Олимпийского резерва номер один? Я бы им пожелала хорошо учиться, хорошо тренироваться. Обязательно делать все для того, чтобы добиться своей самой заветной мечты. И в те моменты, когда сложно, не опускать руки, а искать поддержку. Спасибо вам большое за теплые слова. Мы желаем вам удачи в исполнении всех желаний. С наступающим вас Новым годом! Спасибо.